всего лишь 20, я еще расту. Моя мама всегда говорила мне, время все лечит, понимаешь? И даже если лет через 5 ты все еще будешь находиться в таком состоянии, типа, блять, что вообще происходит? Почему не становится лучше? Это означает только то, что нужно еще пару лет. Просто этому дерьму нужно время, чтобы пройти. И всегда будь благодарен за то, что у тебя уже есть. Никогда не становись неблагодарным. Потому что тогда человек становится такой, типа, блин, все, отстой, ненавижу свою жизнь. Но у тебя на ногах есть ботинки, в то время как некоторые дети не имеют воды, не имеют доступа к воде. Так что у тебя есть очень многое. Некоторые люди вынуждены просто выживать, понимаешь? Живи с мыслью об этом. Живи той жизнью, которой они только мечтают жить. Look at the sky tonight. All the stars have a reason. Hold on, hold on, hold on, hold on, hold on. Мое послание молодежи – это оставайтесь осознанными по отношению к тому дерьму, которое происходит вокруг. И не позволяйте обществу промыть вам мозги, потому что в наше время это может случиться с вами очень легко. И не становитесь офицером полиции. We're gonna face task force, yeah. Baby, you get what you ask for. I'll kiss the star fall. Who knows what I'll be on? What I'll be on? She knows what I'll be on. Who knows what I'll be on? That's what I'll be on. Baby, move along. I keep moving on. I keep moving on. We keep making it up. I keep moving on. We keep making it up. I keep moving on. I keep moving on, we keep making up, yeah.